Привет, с вами я, Ярослав Толмай. В сегодняшнем видео я коротко расскажу о себе. Я родился в городе Жезказан. Учусь в 70-й школе, 10-й класс. Но недавно я учился в 64-й школе. Я очень сильно люблю футбол. И мне интересна жизнь футболиста. Я очень сильно люблю жизнь и желаю всем счастья, любви и всем пока.